преддверии выборов депутаты традиционно активизировались. Например, покрасили Львов. Только вот навряд ли такой работой можно будет и гордиться хотя бы до выборов, потому что уже на боевых кошках мы видим былые шрамы. На любимых одесситами львах уже просочились красные следы старых граффити. Хотя только недавно на открытии скульптур пиарился один из депутатов. Листовки по всему городу. Это считается агитацией. Мы же с вами прекрасно знаем, насколько наши политики умеют нам рассказывать, что белое – это черное – это белое. И слава богу, мы сами имеем глаза и ум для того, чтобы понять, что это банальная, зачастую достаточно примитивная агитация. На каждом шагу борды и плакаты баллотирующихся депутатов и партии. Хотя агитировать еще по закону запрещено. Но строгая госпожа Фемида никого не останавливает. А вот рядом с ремонтирующимся тротуаром почетная палатка. Скажите, а что делаете здесь? Арбузами торгуем. Не вижу вас ни одного арбузика. Сейчас буду. Кстати, асфальт стелют тонким слоем и с большим количеством камней. Насмотревшись на работу народных избранников, мы поняли, что дело это нехитрое. Необходимо что-то покрасить и всем об этом рассказать. Итак, Думская ТВ решила пойти на выборы. Чтобы покрасить эту скамейку, мы потратили несколько лет. Сотни тысяч гривен и, самое главное, нашу любовь. Голосуйте за нашего кандидата. Скамейку красили Анастасия Большедворова, Виталий Прус, Думская ТВ. Однако мы решили, в отличие от многих избранников народа, все же доделать начатое.